Всем привет! Вы на канале Коллекция монет. Очередная подборочка монет, которые я приобрел. Есть тут интересные монеты. Ну, давайте по порядочку. Так, первая монета. Самая маленькая начнем. Вот такая вот малюточка. Монета номиналом 1 центесима. 1953 год. Нечастая монета. Состояние видно, что отличное. Выпускалась монета только один год. Дальше. Вот здесь вот три монеты. Монеты Парагвая тоже. Скажем так, нечастые. 50 сантима 51 года. Какая хорошая монета. Все. Видно очень хорошо. И две монеты 75 года. Это 5 гуарани. И монеты номиналом 1 гуарани. Так, вот она, ну, тоже маленькая такая монета, крохотулечка. Так, дальше, монета Бангладеша, пытаюсь я закрыть полностью все типы монет Бангладеша, но осталось несколько типов буквально. Вот там есть достаточно дорогие монеты, типы монет. Не знаю, я думаю, со временем все равно закрою все, но когда это будет, не знаю. Тоже, опять же, нечастая монета Бангладеша, одна така 75 года. Сказать, идеальная монета. Дальше монета Ливии 1 милим 52 года. Ну, видно, что монетку время не пощадило, то есть она, в общем-то, без оборота монета, но уже видно, что с окислениями. 52 год, один год монета выпускалась. Следующая монета. Монета Аргентины. 1 центаво. 1941 год. Тоже монета нечастая, но тоже видно, что время берет над этой монетой, где герб, следы окислов. Ну и две серебряные монеты. Монета Швеции 1 крона, 66 год, недорогая монета, в общем-то. Достаточно распространенная. И монета Франции 50 сантимов 1919 год. Ну, то же самое. Может, конечно, почистить ее. Будет что-то поинтереснее выглядеть. Она будет. Тоже следы времени. Ну и, возможно, и в обороте она была. В каком-то небольшом.
100 с лишним лет монете. Посмотрим, что с ней можно сделать. Но купил, в общем-то, недорого ее, поэтому свое она стоит. Вот такие вот монеты. Сегодня на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока, удачи, до новых встреч. Пока.